Сегодня в Чебоксарах распахнул свои двери новый детский сад. В своей очереди дождались 240 ребят. Воспитывать их будут не хуже, чем московских дошколят. К их услугам сенсорная комната, лекотека и интерактивный центр. Глава республики на торжественном открытии отметил, что новое здание отвечает стандартам 21 века. Убедился в этом и мой коллега Дмитрий Ковалев. Задорные игры в обнимашки, хороводы у живой елки. На площадке у детского сада малыши и их родители уже чувствуют себя как дома. В преддверии Нового года мечты сбываются. Этот известный слоган как нельзя лучше подходит для сегодняшнего события. Спустя год строительство дошкольного учреждения завершено. Перерезать красную ленту доверяют виновникам торжества. Ура! Родители нам помогут! Уважаемые друзья, детский сад номер 7 созвездия официально месяца ждали, пока открывался садик. Звонили, сказали, что собирали справки. И все оформили, да? Сейчас сегодня открытие. Ходили, помогали, убирались после ремонта. В новом детском саду обустроили просторный физкультурный зал, интерактивный компьютерный центр, сенсорную комнату и бассейн. Для ребят закупили удобную мебель, новые игрушки и оборудование. Здесь все отвечает самым современным требованиям. Вот, к примеру, ноу-хау медицинского блока. Увлажнитель воздуха. Для оздоровления это новый современный аппарат увлажнитель, бактерицидный и ионизирующий, который распыляет воду с ионами серебра. Ребят здесь будут обучать даже английскому языку. Дошкольное учреждение полностью укомплектовали преподавателями. Они приступили к работе и помогают малышам адаптироваться в новых условиях. Номер своего садика многие из них уже готовы назвать без труда. А тебе как? Машенька, она сказала, познакомилась. А? Маша! Маша, ой, какое хорошее имя. Ты какой сейчас садик ходишь, Маша? Какой номер? 7. Созвездие, да? Сегодня ребята и действительно почувствовали себя звездами. На суд почетных гостей они представили концерт с песнями и национальными танцами. Созвездие – девятый по счету детский сад, который открывается в этом году. В декабре будут сданы еще 2 дошкольных учреждения. Через 3 года очереди и вовсе сократятся на нет. В республике уделяется внимание и вопросам подрастающего поколения. К примеру, свои проекты инициирует полномочный представитель президента в ПФО. Мы десятилетиями развивали республиканские соревнования «Зорница» и «Орленок», вы знаете. Это сейчас на уровне Приволжского федерального округа практически отрабатывается в разных регионах. Потом спортивный туризм. Наши участники заняли среди регионов Российской Федерации 1-е место. Я сам рад этим показателям. Тоже наши ожидания даже превзошли по результатам. Дальше проект «Гвардеец», «Доступная среда», соответственно, «Вернуть детство» и ряд других. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.